Внимание! Сейчас мы вам покажем идеальную романтическую комедию. Мы отсмотрели 300 часов ром-комов и точно знаем, что должно быть в идеальной романтической комедии. В ней точно должны быть главные герои. Герои должны быть разные, и, конечно, у них должна быть цель. Кристина, я люблю тебя. Выходи за меня замуж. Он меня бесит. Ну, конечно, любовь. Обязательно поцелуй. Даже если эти герои ненавидят друг друга. Такие, как он, не меняются. Здесь нужен человек, способный на поступки. Обязательно добавляем злодея. Особенно хорошо, если злодей придурок. Эй, он живой! Я должен жарить не этого рака, а как минимум Анджелину Джоли. Красивый финал. И правильная дата выхода на экраны. Я хочу романтики. Много романтики. Белая стрекоза любви, стрекоза лети. Все тайное всегда становится явным.